Доброе утро. Так, ребята, нам приснился вещий сон, точнее Настя, то, что мы снова должны сходить на батуты. Идем. Мы идем на батуты. Что, Настя? Готово? Новый батут-центр. Смотрим, ребят. Мы сегодня находимся в клубе. Как называется? Атмосфера. Ну-ка давай сразу же что-нибудь исполни. Помнишь, как на попку падала? Сальто научиться делать? Да. Что, серьезно? Да. Нифига себе, ребят, мы сегодня будем ржать, я чувствую сильнее, чем в прошлый раз. Ну что, Настя, давай с места в карьер. Давай, сразу же. Без обучения, сальто вперед. О, хорошо так. Прям сальтуха вперед была. В общем, мы придумали опять идею быстренько. Это будет повтори челлендж. То есть наша задача показать сопернику что-то, что он не сможет сделать или повторить. Это то самое движение твое фирменное. Два раза на попке, помните? У Наськи это должно получиться. Давай. Ну, типа получилось. У тебя еще хуже было. А? У тебя еще хуже. У меня вообще классно было по сравнению с тобой. Давай, теперь ты мне задачу делай. Опачки. В позе лотоса вот так вот она умеет. А? Ну, я не знаю, что тебе придумать. Давай. Я сделал. Давай, сейчас ты за мной. Я тебе придумаю, да? Давай. Как он это делает, ребята, я не знаю. О! Это было сальто вперед. Я тебе говорю, Настя, давай сначала, чтобы научиться. Ты должна потренироваться. Слышишь? Настя. Потренируйся. Покувыркайся вперед. Это именно кувырок вперед. Давай. Итак, Настя научилась. Что делать? Ты научилась? Просто раз стоя. Да. Настя научилась уже прыгать стоя. Вот так вот, на спину. То есть теперь нам остается чуть-чуть научиться докрутиться. Давай. Давай, давай. Ну давай. Ты вся в этой фигне, блин, делай. Настя будет сейчас пробовать с прыгунков делать. Прыгунки давай. О, нифига! Все крутая. Смотри, какая довольная, блин. Сделала первый раз. Что-то подумала. Смотри, все, загорелось. Нифига, да? Настя, осторожно там, девочка. Настя, сильнее. Кувырочек ты сильнее делай. Устала. Устал? Не, ты снимаешь-то туда? Нет. У тебя толку не хватит снять меня одновременно? Как ты меня толкаешь? Нет, иди давай. Сюда. Иди давай. Так нечестно. Вот так. Есть. Настя, дай научу. Давай. Видел все. Вот так вот. Все, потерял сознание.
Ты мастер просто поэтому. Ты как умеешь, лучшее свое движение покажи. Опачки. Опачки. Короче говоря, опять прошло полчаса. И все. Уже ничего не хочется, устаешь. Еще очень энергозатратная. А, да. А Наська наконец-то сделала сальто вперед. Она крутая. Да? Я еще хочу. Все хочешь? Сейчас отдохнула где-нибудь. No. Стой, густая. Закройся. Да? Закройся. Во, закрылась, тебя не видно, чтобы было. Все, закрылась. Спряталась и бей ее. Бей ее. Бей. Бей. Че это такое? Проблемы что ли? Сейчас я тебя знаю. Я тебя сейчас размотаю, понял? Размотаю, понял. А. Вот так вот. Вот так. Вот так вот. Вот. Походу он тебя размотал, Настя. Ушел, учу вас, ушел. Давай. Тан-тан-тадан, тан-тадан, тадан-тадан. Нифига ты! Нифига ты! Крутая, да? Настюха. Сейчас будет смертельный трюк. Мы прыгнем вдвоем одновременно сальто вперед. Этого не делал еще ни один видеоблогер. Поехали. Два. Три. Раз. Два. Три. Ребята, хотим передать спасибо клубу «Атмосфера». Так, это у нас адрес какой? Тимирязева 26А. Вот. Приходите, прыгайте на здоровье. Реально на здоровье, потому что оно у вас прокачается прям. Если постоянно ходить, это, наверное, можно стать прям вот таким вот тоненьким и таким вот сильным. В общем, хотели бы тоже сказать сразу, то, что если кто-то куда-то хочет нас пригласить, мы с удовольствием придем хоть куда, поснимаем, расскажем о вас. Так что пишите нам. Личка у меня, у Насти, навряд ли, у меня лучше. Плюс есть почта всегда в описании. Все, давайте, ребят, сейчас мы пойдем куда? Сегодня у нас какие еще планы? Кушать, потом... Ну, потом видно будет, что посмотрим. Вон там школьники нас узнали, Паша сказали. Слышал? Нет. Идет такая мадам там сзади. Эй, мадам! Вам! Ну-ка давай ты изобразишь, что ты плачешь. Не, ну профессиональнее. Что-то как-то слабенько, Настя. Давай подождем. Вот уже вечер, но ничего толком не меняется ни в нарядах, ни в погоде. На самом деле вот такой день получается, что мы с утра сходили на батуты. Потом мы сидели дома. Настя пошла.